Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Кия. Мы сегодня с новой серией на проекте Amazon Holy Play, это Red Сербачок. Вся информация, как начать со мной играть, есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной на проекте Amazon Holy Play. Но чтобы вам было легче развиваться, обязательно вводите мой промокод, пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. Давайте постараемся добить уже 2000 промокодов, я вам буду очень сильно благодарен, поэтому выводите промокод, получите бабки, я тоже получаю бабки, поэтому у нас получается взаимная выгода, поэтому вводите промокод, получайте бабки, покупайте себе машину, квартиру и просто кайфуйте, играйте на сервачке. Ну а сегодня, пацаны, будет то самое просто долгожданное видео, которое, я думаю, многие ждали. А ждали именно тех, кто состоит у меня в семье. Я, пацаны, ездил, получается, в деревню, отдыхал, то есть у меня не было там больше 7 дней, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, пацаны, все-таки лето, как бы, надо отдыхать, я думаю, вы сами это понимаете. Сейчас я вернулся. 2 недели, я думаю, точно буду дома, поэтому видосы будут выходить, и стримы тоже, поэтому поставьте там колокольчик, чтобы, в принципе, ничего не пропускать. Получается, уже прошло много времени с того момента, как я сказал то, что я хочу купить Фому Rolls-Royce. Ну и, в принципе, этот момент настал, потому что мы уже накопили 3900 ваучеров, пацаны, и нам этого с головой хватит, чтобы купить 2 Rolls-Royce, да еще и, в принципе, останется довольно-таки много ваучеров. Также я хочу сразу извиниться за свой голос, потому что я приболел, когда был в деревне, я там в карьере купался, короче, ну, кто на инсту подписан, тот, в принципе, знает, и я, как бы, приболел, поэтому у меня будет немножко такой хреновый голос, немножко такой хрипший, надеюсь, то, что вы меня поймете, ну, пацаны, заболел, с кем, как бы, не бывает, хотя заболеть летом, мне кажется, это самое хреновое, что просто может быть. Кто хочет к нам в семью, то обязательно приходите, наша семья, как бы, самая топовая на серваке, самая активная, у которой куплены все улучшения, у которой, как бы, пиздатый особняк, есть машины, поэтому, если вы желаете вступить в семью, можете обращаться ко мне, писать мне либо ВКонтакте, либо в игре, либо просто приходить сюда к особняку, и любой игрок из моей семьи сможет вас, в принципе, спокойно принять. Вот реально, пацаны, самая топовая ФМА, как бы я сейчас вам все, в принципе, покажу. Так, обменник ваучеров, вот, улучшения, у нас куплены все просто улучшения. Короче, у нас самая прокачанная топовая семья на 01 серваке, поэтому если вы желаете к нам прийти, то, в принципе, я вас обязательно жду. Просто подобное, пацаны, подобное еще никто не делал и никто не снимал на Амазинге, поэтому я самый первый буду это делать, да еще и покупать самые топовые тачки в нашу самую топовую семью. Поэтому с вас точно должен, как бы, лайк быть. То есть никто не знает, как это вообще работает, типа, за ваучеры покупать машину, чего, типа. Так, туда... ваучеры семьи. У нас 3900 ваучеров. То есть, ну, пиздец, у нас самая просто топовая фама. То есть остальные фамы, ну, реально и очень сложно с нами конкурировать и копить ваучеры. Но, пацаны, все как бы для вас, все ради вас. Все-таки мы накопили эти ваучеры. Большое всем спасибо, там, кто играл, кто помогал. Давайте сейчас купим, получается, Rolls-Royce, обменник ваучеров и покупка транспорта. Один Rolls-Royce стоит 1600 ваучеров, пацаны. Название машины Rolls-Royce Cullinan. Государственная цена будет 999 рублей. Вы должны заплатить ваучеры 1600. Модель 639, пацаны. Да шо? Погнали, ебаный в рот. Хуяк, ебать. Rolls-Royce, ебать. Пошел, родной. Идем дальше. Обменник ваучеров. Так, покупка транспорта. Второй Rolls-Royce. Покупаем. Все просто. Два кулинана, пацаны. Два кулинана. Все, пацаны, бля, просто кулинанчики, просто. Давайте вот просто сейчас возьмем, прокатимся, кайфанем просто. Бля, ну Rolls-Royce, пацаны, понимаете? Фоме Rolls-Royce. У меня, блядь, нету Rolls-Royce, а Фоме теперь есть Rolls-Royce, понимаете? Ну, это реально пиздато просто. Это реально очень пиздато, пацаны. Rolls-Royce просто кулинан, бля, я ебу, пацаны. Ебал я эту Люсю в понедельник утром, нахуй. Это просто кайф, ебать, тупо Rolls-Royce, пацаны, ебать. Нихуя себе, ебать, понимаете, просто. Просто ебем всех, вот так вот, берем и ебем. Вот у кого есть Rolls-Royce, пацаны? Вот расскажите, пожалуйста, у кого, блядь, есть в Фоме Rolls-Royce кулинан? Про обычный Rolls-Royce там я не говорю, вот именно кулинан.
ни у кого нету. И скорее всего не будет. Потому что мы самая топовая ФМА, для которой я готов делать все. И специально для вас я купил вот такие вот замечательные тачки. Кстати, я вот почему-то не понял, почему на Куринане нету чипа. Точнее, я покупал улучшение для ФМы, то что должны быть чипы на тачках. Как бы вот давайте, допустим, сейчас в Раптор сядем. Там как бы есть чип. А почему на Куринане нету? Может, надо тачки типа переспавнить? Либо перезайти нужно. Ну вот видите, на Рапторе есть чип. Это вот семейный Раптор, так же само. Сейчас давайте я забегу, наверное, заспавню машины. В натуре чипа нету. А в смысле, я не понял. Я не понял, а что это за прикол? Что это за прикол, как бы, я не понял. Типа, может, после рестарта, типа, будет работать? Вы просто посмотрите на этих двух красавцев. Просто, блин, пацаны. Я реально кайфую, то, что в нашей семье появились подобные машины, потому что, ну, таких тачек нету ни у кого. Я всегда стараюсь, чтобы наша ФМА была топ-1, самая лучшая, чтобы мы ни в чем не нуждались. И я думаю, у меня это отлично получается. То есть, реально, тачки просто такие заряженные, такие пиздатые. Мне кажется, когда другие ФАМы, как бы, будут смотреть на это, они просто будут в ахуе, потому что, ну, Куринан, понимаете, Rolls-Royce Куринан, просто в ФМе, две штучки, это реально очень кайфово звучит, пацаны, я просто реально доволен, очень сильно доволен, поэтому, кто желает как бы на них прокатиться, то можете вступать ко мне в семью, в принципе, у вас будет такая возможность, но, пацаны, не все так просто, потому что с этого дня, с этого момента, я возвращаю обратно платные ранги, но это будет стоить недорого, второй ранг будет стоить 100 тысяч рублей, на втором ранге вы сможете брать там несколько автомобилей, а вот эти автомобили, это уже будут с третьего ранга, поэтому с этого дня, с этого момента, я возвращаю обратно платные ранги, я делаю это не для того, чтобы заработать там свои деньги, либо еще что-то, как бы деньги все будут уходить как бы на семью. Я себе оттуда ничего брать не буду. Просто мне на самом деле очень сложно содержать семью, потому что на семье постоянно очень много людей, и я просто не справляюсь. Поэтому я принял решение обратно вернуть платные ранги, но они будут не такие дорогие, как раньше. Второй ранг будет стоить 100 тысяч рублей, третий ранг будет стоить 200 тысяч рублей. Я считаю, это не так уж и много. Ну и, естественно, первый ранг будет бесплатно, но с первого ранга не будут доступны машины. Поэтому, пацаны, вот как-то так. Я надеюсь на ваше понимание, как бы, я бы с радостью дальше продолжал бы бесплатно выдавать ранги и не брать с вас деньги, но мне реально трудно содержать семью, поэтому мне нужна немножко ваша помощь, как бы, хотя бы те же самые 100-200 тысяч, они мне очень сильно помогут, ну, точнее, не мне, а нашей семье, чтобы она просто-напросто жила и не слетела, поэтому, пацаны, как-то так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока!